Открывшаяся выставка – результат совместной работы Брестского областного краеведческого музея, Генерального консульства Республики Польша в Бресте, Объединения культурного просвещения «ВИДОК». На торжественной церемонии не раз звучали слова о важности сотрудничества в сфере культуры и результативности подобных контактов. Снимки интересны тем, что они документируют, по сути, межвоенную жизнь города Белостока 30-х годов. Это простые люди с их повседневными занятиями, с одеждой, вывески, магазины, улицы города. Все это представляет интересы сейчас, потому что, в принципе, на месте Белостока, наверное, мог бы быть любой другой город межвоенной Польши, в том числе и наш город Брест над Бугом, который назывался тогда именно так. И я думаю, что эта выставка будет представлять интерес для всех, интересующихся историей, фотографией. Документальная и художественная ценность снимков неоспорима, но особого внимания заслуживает история авторов фотографий и обстоятельства, при которых они были найдены. Архив был обнаружен случайно в Белостоке в 2004 году в одном из заброшенных сараев. Позже, когда снимки попали к редактору одной из белостокских газет, он начал их обрабатывать и понял, что в его руках оказался просто уникальный фотографический материал. Выставка «Болеслав Августис. Межвоенный Белосток» в объективе мастера будет доступна для просмотра до 20 ноября. А значит, у жителей и гостей областного центра, интересующихся историей и фотографией, еще есть время окунуться в черно-белый мир одного из польских городов первой половины прошлого века.